Всем привет, мы в русском магазине. Хотим сейчас взять это черешни, хотим взять, да? Бананов купили. И молока надо, да? Молока не надо. Сметаны тоже не надо. Картошку вот нам берет. Я сегодня вот такая вот красивая, некрасивая, да? Красивая сегодня? Мне не видно ничего. Так. Лук, картошка, бананы взяли. Это щавель. Лук. Ох, песни тут поют. Песни тут такие. Че, СССРовские, что ли? Че, лук хороший, будешь брать? Не? Че, не очень, да? А мне нормально. Все есть вот. Она вся такая уже. Мы любим вкусненькое что-то, покупаем вкусненькое себе. Вишня вообще вкусная, вот это вот. Я не беру все, ну да, ты выбирай просто тщательнее. Стоит, ну да, чуть-чуть возьми. Очень хорошая вишня. Мы ее сейчас прям помоем, придем и съедим. Угу. Она лежать не будет. Угу. Во-первых, очень во-первых мало. Да, во-вторых, она уже заканчивается, сезон заканчивается. Угу. И хочется. Огурцы и морковка. Слушай, нам придется это взять. У нас вообще никакого нет, но на окрошку надо. Кого? На окрошку. Лук. А, лук. Сейчас я подогречу. У меня даже сумочка с гипюром. Так, песни, конечно, орут прям. Надеюсь, не забыл учить. Лучок. А, окрошку мы хотели, да, окрошку. Так что окрошку будем делать. Укроп, да? Жара сейчас, короче, дикая. Зной прям. Еле дошли. Огурцы, огуречки. Что еще, скажи? Что еще будешь брать, скажи? Вот так вот, не знаем. Помидоры мы пока не хотим. Что видим, то и берем под пути. Лимоны есть. Блин, в следующий раз придем, я не хочу сейчас. Хотя у нас фруктов нет, я не знаю, что.
Очень жарко, еле дошли. Ряженки, наверное. Я не знаю. Да, ряженка написана. Возьмем попробуем. Угу. Нет, я сама хочу сделать. Крепкий. Там у нас там крабовые палочки, что-то просто можно салат любой сделать. Майонез не знаю, есть, нет у нас. Нет, у нас кончался там, когда мы жили. Давай возьми, да и все, я не знаю. Угу. И вот этого салата объелась просто уже, не лезет. Маленькие возьми. И мороженое возьму себе? Так. Или уже не брать, а то не донесем. А его нету тут. Значит так. Нет, а то не донесем мы его. Уже напились мы его. Там у нас. Мы его напились уже этого лимонада. Уже не лезет. Да хотела старый, будет какой-нибудь. Свежие звезды. Давай, посмотри цен. Вот этот. Такой выбрать. Не знаю, чего хочу. Да, ну старый будет, нет. Сливки надо взбить куда-то деть. Ну да, вот я хотела как мороженое сделать. Угу. Я что-то уже ничего не хочу. Вот такой берем, все, да? Готовая еда, рыбка, плов. Лаваш. Посмотри, с чем. Сумку забыли под продукты. Ну, это тонкая, правда. Ну, надеюсь, выдержит. Ну, все, затарились. Что надо было, все купили. Я стояла, как на праздник собралась. Угу. В магазине. А куда еще идти в наряженный? В русский магазин. Хотя нет. Американцы тоже все понимают. Вот так вот, как живут иммигранты русские. Без мужа, с инвалидом, да? Да. Как? Вот так вот. Без машины. Без машины, но сами. И... Деньги есть. Угу. Деньги есть, получаем. Чего надо нам еще? Ну, машины нету. Но мы над этим работаем. Прав нету, машины. Машины-то тоже нету. Машины делают. Это прям сегодня. Сейчас вот собрался, нашел за 3 дня и купил все. Расписался где надо, как говорится, и все. Причем я, между прочим, это говорю, что не только там, ну, как бы найти, у нас и деньги есть, просто еще права надо сдать. Как бы во всех смыслах нашел и все, купил, и деньги есть, все. В общем, жарюка страшная у нас сейчас. Целую неделю будет под 40 градусов. Всем привет! Я хочу сейчас сделать такой обзорчик. У нас пришли посылки с Алиэкспресс. Мы недавно тоже заказали. Мы давно уже не заказываем ничего такого. И вот снова пришлось кое-что подкупить. Ну, там буквально некоторые вещи, потому что они нужны. И сейчас хочу показать. Мы их уже распечатали, и поэтому... Просто буду раскрывать, доставать, показывать. И все в одной вот такой большой посылочке. В последнее время стал не их так вот объединять.
Сейчас покажу вот эту. Самая большая была посылка. Я сейчас покажу, она уже ее достала. И это такой топик. Вот поэтому я и говорю, что нам пришлось сделать заказы. Мне нужны летние одежды. Одежды, вещи нужны летние. Вот. И вот это вот он. И вот в этом пакетике она лежала. Вот. И мы заказали топики там. Ну, блузочку там одну. Топики, некоторые вещи, короче говоря. Вот такого цвета топик на меня. У меня идут вот такие, подходят с таким вот... Тут, чтобы все закрыто было, и под шею так более-менее, чтобы закрыто не на лямочках. Ну, на лямочках я тоже ношу. Но вот эти вот прям мне хорошо сидят на мне. Вот, подходят, потому что инвалид, как бы мне нужно что-то... В общем, мне это хорошо подходит, на мне сидит хорошо. Ну, относительно хорошо. Вот, и ну, на такой топик, он такой длинный. И смотрим дальше, что... Так, вот следующая посылка, смотрим. Это такой карандаш. Это такой... Мы думали сначала это карандаш, но он позже придет. Это, ну, например, нарисовал что-то, и можно ножичек такой стереть, подписать, так сказать. Что-то, что трудно удалить пластиком, что-то сошкрябать. Вот мы купили такой, как бы, карандаш. Ну, это не карандаш, а как бы ножичек такой, вот они насадочки. Это колпачок, наверное, да. Что-то, видите, кончик острый. В общем, это для рисования. Еще там кое-что придет для рисования, потом покажу. Так, это уже отложить. Так, следующая посылочка. Так, вот. Ага. Я все делаю одной, мне, конечно, неудобно, но ладно. И вот такие мы заказали брошки. Мы давно хотели их, но как-то что-то мы забыли про них. И, в общем, наконец-то мы заказали. У меня различные блузочки. Не блузки, а такие накидочки, которые нужно застегнуть. И тут в Америке они популярны. Кофта чаще всего они без пуговицы идут. Или это популярно здесь, или мы на такие натыкались, я не знаю. Вот, и мы поэтому заказали вот такие эти брошки. Как они, брошки называются? В общем, застегивать. Вот. Ну, они сейчас, видите, разные всякие, классные. Вот, и на булавочке. И сейчас просто надо открыть. Ну, вот такая брошечка, я сама даже в руки не брала. Классненько такая на ощупь. Вот, прикольные. Нет, я не буду доставать. Вот, короче, такие вот брошечки. Так, значит, это распаковали. И следующее, я их просто заранее раскрыла. Следующая вот такая вот брошечка. Тоже пока не буду распаковывать. Вот, это стрекоза. Как ее носить? Я не вижу. Вот так, наверное. Ну, это, короче, стрекозка такая. Ой, нет, это бабочка, пардон. Вот. Просто разных набрали, взяли. Мы никогда их вообще никогда не заказывали. В общем, такая красота. Следующая посылочка. Все маленькие, немножко, ну, таких мелочек позаказали. И топики. Так, это тоже вот идут эти, вот такая вот брошечка классная, вообще красивая, видите, и тут был подарок, это сережки, вот такие подарок положили продавцы, и очень такое, ну, приятно так, ну, а то обычно ложат резинки. Так, следующий смотрим. Признаюсь, что я уже смотрела, в принципе, потому что, ну, распечатала и посмотрела. И просто я, чтобы интереснее было, видео так засняла. Вот это вот лежало вместе. Вот это, я не знаю, так какой-то подарок положили. Странно, удивительно, потому что обычно ложат, ну, резиночки такие черные с бантиком.
А, этот продавец другой положил, и вот предыдущий, видите, это вот это подарок. Ну, в общем, это приятно, потому что эти резиночки уже поднадоели сейчас. На шею украшения, это как фенечки, да, плетут, только это на шею. А вот видите, очень прикольно, очень красивая такая штука. И на фотографии она не такая, вживую прям, я аж ахнула. Ну, в общем, красивая, намного лучше, чем на, там на фотографии предъявлялась. В общем, это бисер. Ну, как видите, это бисер, вот. И бусинки прозрачные и белые. Сейчас вот эти бусинки, это модно. Я не знаю, кстати, с какого года модно эта мода пошла. В общем, я еще не распаковывала, ну, не распечатывала, не открывала, не примеряла. В общем, пишите, как вам заказы наши, и как вам понравилось. И ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока!